Я вас приветствую, дорогие мои! С вами Тамара Капибара, и мы продолжаем проходить Manhunt! Manhunt! Мы продолжать. Так, а мы отсюда пришли, значит, мы туда, естественно, не пойдем. Не пойдем. И, кстати, ребята, перед началом серии я вам хочу сказать, что мы... Так, приманки не могут быть. Чё? Блин, заговорилась и не прочитала. Перед началом серии я прочитала все ваши комментарии к первой серии, и я буду пользовать ваши советы. Так, бутылка. Ну-ка, бери. Все, взяли бутылку. А это значит, нам надо... кого-то приманивать. Где он там ходит? Ходит где-то, бродит. Хрен его знает, где он ходит. Попробуем. Опа. Сагрился. Ребят, как вы помните, в прошлой серии у нас была неудачная схватка, после которой нас убили, и поэтому в такого повторения я не хочу никаким образом, потому что это чревато. Это просто отвратительно. Отвратить-то чревато, и поэтому, ребята, будем действовать аккуратно. Мы же все-таки в игру про стелс играем, поэтому все, ребят, стелсим. Сейчас он, короче, посмотрит в угол, скажет, ой, а что произошло, а ничего не произошло, я пойду обратно свистеть, чтобы у меня вообще денег не было никогда в этой жизни. Так, мужик, все, уходи. Как вы мне сказали, Тамара, красться ты права, это бесполезно, поэтому... Ну-ка! Опа! Блин, надо было чуть-чуть подержать побольше, ребят, извините. Что-то испугалась, поторопилась. Ну, извините, ребята, еще пока побаиваюсь. Мне просто кажется, что я... Не знаю почему. Мне кажется, что так я быстрее все сделаю и быстрее получится. Хотя это не так. Вы сказали мне удерживать кнопочку. Все, ребята, следующая казнь будет смачная, я вам обещаю. Так, подождите, никого нету? Тут вроде бы никого нет. Кто-нибудь свистит? Тихо. А, тут опять какие-то пацаны висят, пацанам плохо. Кровоизлияние пойдет в мозг, и пацаны умрут. Ну, конечно, они уже сейчас, наверное, померли. Так, ну-ка. Так, смотрим. Кто-нибудь тут есть? Никого нет. Ребят, я осторожничаю. Осторожность на первом месте. А, обезболы, хорошо. Но мне пока не надо. Мне никто пока лицо мое прекрасное не набил. Никто волосы из моей башки не выдернул. Так, я же лысый, у меня волос нету. Ну, на голове нет, а она... Ха! На причинном месте есть! И на ногах, наверное. Ну... Тихо. Подожди-ка. Это я. Иди сюда, сладкий мой. Так, сладкий ко мне идет, ребят, или не идет? О, их тут три сладких. Три сладких пирожочка ко мне идут. Это плохо, ребят. Я не рассчитывал на троих сладких пирожочков. Я хотел одного. Ой, два даже идут. Два. Ой, а что нам делать-то? Что нам делать? Ой-ой-ой-ой. Ну, наверное, снимать штаны и бегать только так, а больше никак в этой ситуации. Хотя вы мне говорили, надо как-то их по одному, как-то рассредотачивать. Рассредоточьтесь, пацаны! Я ни троих не выдержу. Я одного-то не выдержу с вами в схватке, а тут вас трое будет. Вы чё, пацаны? Одумайтесь. Так, тихо. А, можно было, знаете, что я поняла сейчас? Я поняла свою ошибку. Ну-ка, у меня кирпич есть? Кирпич, где кирпич, блин? О-о-о-о-о! Идёт! На! Иди сюда! Тихо. Прибежал один. Нам ты и нужен. Вот ты-то мне и нужен. Вообще ты слепой, конечно, пацан. Сними пакет. Ты ни хрена не видишь. Тихо, кирпич подобрала. Ну-ка. На! Ну, как-то так вот. Я подержала, но что-то как-то, наверное, побольше надо было подержать. Это не так, как я хотела. Так, ребята, бейсболы мне не нужны. Так, этот пацан ко мне пойдет? Все, сейчас пойдет. О, увидел меня! Каким образом, сука, каким образом ты это увидел меня? На! Я, блин, да блин! Ай, сука, блин, увидел меня все-таки! Падла ты какая! На! Сильные удары! Не работают сильные удары! Козел, как ты меня увидел? Я же в тени стояла! Козлина какая, блин! Я хотела по стелсу! А ему нравится, режиссеру нравится. Так, он что-то слышал, короче. Тихо, слышал. Тихо, аккуратно. Берем, короче, лом, потому что против лома нет приема. Так. Куда он пойдет, ребят? Так, он ко мне пойдет или нет? Вот непонятно. Никого тут нет. Ты что, блин, орешь? И, кстати, ты около моих таблеток стоишь. Уйди, пожалуйста.
Так, а где тут кирпич-то? У меня кирпича нет, ребят, у меня нет кирпич. А, нет, есть. Хорошо. Хорошо, приманили этого козла. Ты что, кирпичей никогда не видел? Типа, ой, что случилось? Почему тут кирпич валяется? Действительно, почему? Ой. А что он его пинает? Что, они не друзья, что ли, были? Вы же из одной банды. Тихо. Там, мне казалось, еще одна стрелка появилась, ребята, или мне кажется? Так, тихо, аккуратно. Аккуратно. Ну, вот тебе и раз. Все, ребят, конечно, я не так хотела. Ай, тебе нравится, как хорошо, да? Ты прям вообще... Режиссер, короче, радуется. Режиссер, наверное... Кстати, нам Оскар дадут в съемках этой трэши, понимаете? Свой какой-нибудь персональный трэш-Оскар, почему нет? Так, ребята, я бутылку... А, бутылку у меня есть. Так, пацаны. Дамы и господа, продолжаем. Где тут все? Так, я вижу лестницу. Я вижу лестницу. И никого больше. Так, ребята, у нас есть немножечко, немножечко здоровья. Аккуратно. Вы видите кого-нибудь? Вообще никого не вижу. Ты видишь? Кричи, если видишь. Я вот никого не вижу. Так, ну-ка, приблизь. Ничего не видно, ничего не видно. Опасно. Опасное мероприятие у нас с вами началось. Главное, аккуратно. Самое главное, нам надо быть аккуратным и доходить до сохранений. Кстати, а вы мне не написали, как бороться? А, вы же еще серию не видели с этими камикадзами, которые вылетают так. Так, ну-ка. Никого тут нет? Так, тут стена, да? Тут стена, да. Блин, а я боюсь сейчас, знаете что? Сейчас я подойду к замку, начну взаимодействовать, и там какой-то хер прибежит. Он же где-то тут был. Тихо, аккуратно, аккуратно. Тихо. Не шуми ты так. Так, смотрите-ка, мы прошли через еще одни ворота, а сохранений нет. Че это? Это еще кто? Подождите-ка. Это что за челы? Приготовились, парни? Он идет. Стой, подождите. Проклятие. Чего? За что? Чего, блин, я что-то не так сделала, что ли, пацаны? Это что такое-то? Вы что, охерели, что ли? Хватит. Потащили его отсюда. Подождите, я что-то не так сделала, что ли, или что? Ребята, я что-то не поняла. А, нет, эпизод снят. Две звезды даже. Сохранить. Давайте-ка сюда, наверное, сохраним. Офигеть, ребят, я что-то так офигела, что... А что это такое-то вообще? Меня просто отпинали, я же звезда этого фильма, какого хера, я прошу вас. Это просто наши актеры, они выпивают перед съемками, потому что на трезвую голову это невозможно ничего выносить, переносить и прочее. Все уже немножко прибухали, ну как немножко, до состояния нестояния. О, это что, Краузер, ребят, смотрите, похож на Краузера из Резидента 4-го. И он такой же, кстати, жестокий. Взял, свернул шею пацану ни за что. А чё ты такой? Эй, вы! Импотенты! Нам нужно организовать для мистера Старквейзера незабываемое шоу! Шевелитесь! Ага-ха-ха-ха! Да будет шоу! Да будет кипиш! Да будет все! Все ради шоу! Все ради искусства! Пипец, меня отмудохали по полной! Дали мне пиздюлину в жопу и такие... Все, иди! За что? Я не поняла! Все же хорошо было! Меня и так в этом фильме могут отхерачить! Почему... Ну ладно, я соврал. Так быстро мы не закончим всем этим, но... Тебе же понравилось, верно? Ну как сказать, нет. В следующую зону можно попасть через двойные ворота. Найди их, пожалуйста. Вот ты козел. Я тебе очко порву, ты понимаешь, ты или нет? То, что ты меня так подставил... У меня даже оружие все отняли, ребята! Меня просто тут... Меня просто все отобрали. Так, я не забываю, надо сделать офигенную приличную казнь. Просто я там перестраховалась. Все, надо перестать перестраховываться и по-нормальному все делать. Ребят, все отняли. Ломик, добытый трудом у сумасшедшего Гордона Фримена. Это что такое-то? Я не понимаю. Это законно вообще, блин. Я звезда этого фильма. И к звезде так плохо обращаются. Даже своего фургончика нету, где я могу припудрить свою лысину. Нет! Нет! Тихо, аккуратно. Он слышит, ребят? Или он тупой, глухой? Вообще глухомань. Тихо, идет? Наконец-то он пошел.
Все, сейчас, короче, он пойдет, и мы как-нибудь сзади его задушим руками, понимаете, хитрыми ручонками, и отберем у него биту. Конечно, блин, режиссер решил придать немножко огонька своему шоу, но мне это немножко вообще как-то не нравится. Так, он сейчас постоит, уйдет, да? Да, он встал желтой стрелкой. Все, он уходит. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. На! Ой, а я не могу, что ли, руками его задушить? Подожди. На, блин, охереть! На тебе! На тебе, Боров! На тебе! Ебать! Да убей ты его-то, ну-ка, как-нибудь. На! Давай! На! А почему я сзади не смогла, ребят? Я что-то не ту кнопку нажала, что ли? А, нет, не кнопка, я, наверное, рано что-то это сделал. Вы же сказали, это будет фаталити. Ну, на! Тихо-тихо-тихо, куда ты побежал, сука? Стоять, блин! Не кричи! Ай-яй-яй-яй! Все, теперь моя бита. Так, пацаны, он никого же не призвал? Никого. Опа, сколько тут всего, оказывается, блин! И бутылка, и можно было приманивать его. Да ёб твою. Ладно, опять мы пошли грубой силой, и нас отмудохали просто по полной программе. А я говорила, мы будем стелсить. Говорила, говорила, ребят. Ну, сами знаете, нельзя доверять бабе. Нельзя доверять бабе, понимаете? Вообще никогда. Нельзя не доверяйте бабам нам. Мы много говорим и мало делаем. Ладно, шучу, это только про себя. Я такую шутку шуткую, так что не обижайтесь. И девушки, кто меня смотрит, тоже не обижайтесь. Просто, знаете, в таком стрессе хочется говорить, говорить и не фильтровать базар. А если не фильтровать базар, можно потом огребсти. Так, пацаны, пацаны, где тут мои обезболы? Мне надо анальгинчику, анальгинчику, пожалуйста, мне. Анальгинчику. Так, это какая-то свалка, да, что ли? Что ли да или что ли нет? Тихо. Во, записаться, кассетка есть моя. Ослы все, ослы. Осторожно, ворота охраняет настоящий громила. Если он заметит тебя, то вызовет своих, короче, мужиков. И тебя отхерачит. По самое не балуй. Понимаешь ты, Джонни Кэш? Вот реально хорошая фамилия Кэш для привлечения денег. Мне кажется, если он свои красные семейники кинет на люстру, у него деньги просто прибудут, понимаете, в достатке. Ну а чё? Говорят, если красные трусы на люстру кинешь, будут денежки, ребят. Я не пробовал, но стоит. Кто пробовал, вы скажите об этом. Так, тут есть обезболы? Нет, тут есть только бутылки. Бутылка. Что это такое? Это удавка, что ли, какая-то, ребята? Ого. Так, иди сюда. Сладкий, иди сюда. Вот, сладкий пошел. Ой, два сладких. Не надо два сладких пирожочка. Это слишком много для меня. Давайте по одному, пожалуйста, пирожочки. Блин, да зачем ты пошел-то к нам-то? Я не выдержу групповуху. Уйди. Целых два, ребят. Да вы че? Ну, пожалейте меня. Давай, не кричи. Капец, ребята. Целую бутылку использовал просто так. А кирпич лучше было бы, он хотя бы, если неправильно кинешь, он хотя бы остается. А это с этими что мне делать? Что мне с этими пацанами делать? Да, он здесь, я его чувствую. Как ты чувствуешь? По моим обосранным штанам ты меня чувствуешь или по запаху пота? Скажи мне, чел, пожалуйста. Я, конечно, нафунякал от страха, но чтобы так почувствовать, у тебя очень хорошие эти рецепторы. Ой, рецепторы. Ну, короче, чувствительность носа у тебя хорошая. Ты можешь нюхать парфюм. Точнее, не нюхать, а слышать парфюм. Представляете, ребят? Так, ребята, ребята. Так, сейчас этот ушел. Короче, меня оставил. Он бросил меня на одного мужика. Так, тихо, я пошла за ним. Ты что орешь, дурак, что ли, блин? Я чуть не обосралась, блин. Здрасте, приехали. Еще больше бы завоняло тут. Так, подождите, давайте мы постоим. Посмотрим, куда он пойдет. Так, он пошел дальше. В принципе, если мы за ними не будем бегать, мы, наверное, успеем его придушить в наши объятия. Он, короче, войдет. Ой. Ой. Опасно. Ну. Опа! Да, удавочка, правильно. Правильно, правильно, правильно. Ребят, я опять не додержала, да? Или додержала? Я подержала подольше еще. Я еще дольше подержала. Тихо, аккуратно. Так, у нас осталась бита. А, нет, у нас еще есть бутылка, кстати, ребята. Что это я вам говорила, бутылок больше нет. Какая я врушка. Какая я маленькая врушка. Ой. Обезболы, обезболы, обезболы. Это классно. Кстати, вы правы были, что тот был всего лишь тренировочный уровень. А сейчас начнется... Жопа. Тихо. Так, он меня не видит, да? Нет, он меня не видит.
Че он говорит, типа, выходи, вонючая обезьяна, я тебе жопу начищу. Не надо, спасибо, у меня чистая попа. Так, а где ты? Так, он идет сюда. Если он пойдет сюда, значит, мы немножко обогнем. Вот, сейчас он в тени, он меня не видит. Сейчас, скорее всего... Ты в меня веришь, что ли? Иди ты в жопу. Так, все, хорошо, уходи, уходи, уходи. Что-то, I believe you. Я опять не в тени. Тихо, молчи. Не хлюпай чаем, понимаешь? Нам пипец, если ты сейчас хлюпанешь чайком или печенюшкой хрустнешь, понимаешь? Тихо, пожалуйста. Ну! Ну, получилось? Или нет? Ты опять недостаточно подержала, ребят. Куда уж больше-то? Вы сейчас потом мне напишите, Тамара, ну ты не додерживаешь. Ну ты не так держишь-то. Надо держать лучше. Ладно, я буду стараться, буду делать. Я просто боюсь, ребят, что он обернется и меня стукнет. Понимаете, вот чего я боюсь. Ой. Я не думаю, что их двое тут было. Скорее всего, тут было до хрена. Ой, кто-то там хрюкает. Вы слышите, там какая-то свинятина хрюкнула. Что-то было похоже на хрюк, так типа. Тихо, аккуратно. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тут никого нет. Ага. Ага, я запишусь, ребята, сначала. Так, точка сохранения. Сохранить, и теперь мы пойдем бить этого Борова. Сохрани. Спасибо. Продолжить. Ребят, ну все, теперь нам не страшно, теперь мы просто его отхерачим чем-нибудь. Так, а у меня лома-то нет, мне все отобрали. Сейчас, ребят, я попробую подержать подольше, смотрите-ка. Так, он заносит руку, вы сказали. Заносит. Я держу максимум держания, ну-ка. О, красное, все. Вот, как раз-таки получилось, ребят, все, я поняла. Не пишите в комментариях, все, я поняла. Вы же сказали мне на эти стрелочки обращать внимание, а я что-то каждый раз боялась. Все. Все, ребят, у меня получилось. Вы сейчас скажете, не прошло и года, Тамара, не прошло и года, ты разобралась. Неужели, Тамар? Мы просто все в шоке. Но мы поаплодируем тебе. Спасибо, ребят, спасибо. Я надеюсь, что вы меня поаплодировали, сказали. Тамар, ну наконец-то, ну что ну ж такое-то? Слишком долго, Тамара, слишком долго ты тут. Тихо. Тихо-тихо. Так, он сейчас в здание побежит. Ой-ой-ой, я тебя вообще не заметила. Так, все, он вглядывается, он меня не видит. Это пустота, это темнота. Это просто темный угол, тут ничего нет. Я тебе серьезно говорю, мужик. Вообще никого тут нет. Опа. Ну, тут я до желтенького подождала, потому что, ребят, когда он статично стоит, мне как-то проще. А когда он начинает отходить, и я за ним иду, мне кажется, что я могу гребсти и попасть в беду. Так, ну все, ребята, теперь мы наконец-таки уходим. Это довольно толстая веревка, тебе потребуется что-нибудь вроде ножа. А можно бутылка? Просто, знаете, розочку из бутылки сделать, и все, нельзя так, что ли? Ну, серьезно, ударь! Кэш, блин, ударь по этой штуке и все, и мы сделаем розочку, и все будет отлично. Что-то странно, согласитесь. Я пока обхожу... Ух ты. Ух ты, ух ты, а я тут была. Я пока обхожу местность, возможно, тут есть обезболы и немножко противников. Так, тут тоже веревка, ребят, тут все веревка, смотрите, там веревка, тут веревка. Так, аккуратно тогда, что? Побегаем. О, обезболы, ребят, я же говорила, есть обезболы. Тихо, мы откуда пришли? А, мы откуда-то отсюда приперли, да? Так, я уже запуталась. Тут кто-нибудь есть, ребят? Давайте напряжем наше зрение. И поймем, что... Опа, нахер! Там кто-то был! Куда-то собрался! О! На! О, я бутылку разбила ему об голову! Я не знала, как так получилось! Стоп, получилось! Так, не тряси мышкой! Стоп! Стоп! На, блин! Окей, блин, бойс! Херось! На, блин! Так, все, у меня есть нож. У меня есть нож, и где-то тут была какая-то дверь. Подождите-ка, ребят. Я тут что-то ходила-ходила. Во-во, здесь, давайте. А, ну, действие. Все. Короче, на пробел он только открывает. Так. А если вы хотите... самим потыкать, то у вас ничего не получится. Кстати, ребят, это, наверное, просто... Я думаю, там, скорее всего, надо будет сохранять...
Подожди, подожди, стой, 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 я не туда сходила. Блин, а куда? Давайте все-таки я туда добегу, сохранюсь и посмотрю два варианта, потому что я не понимаю, где основная игра. Ну, как сказать, куда мне по сюжету идти, а куда не по сюжету. Так, скорее всего, это сюжет. Ну, сейчас я быстренько тогда сохранюсь, ребята, и вернусь, потому что мало ли что случится. Тем более, столько тут настелсили. Так, точка сохранения, и сохранюсь я вот здесь, чтобы, если что, куда-нибудь не уйти, не туда. Так, интересно, сколько тут эпизодов всего? Продолжить. Все, ребят, теперь посмотрим там нашу нычку. Скорее всего, там будет много оружия и много всяких приколюх, но я почти уверена. Я почти на 100% уверена. Так, ну-ка, давай, залезай, пожалуйста. А, ух ты, у него Джек Дэниелс, ребят. Он неплохо так живет. Так, это обезболы тут были? Это ради обезболов так, что ли, только? Блин, тут серьезно ради одних обезболов. Нычка какая-то прям не очень, да, ребята? Может было побольше. Ой, подождите, тут какая-то сигналка. А как я? Я могу как-то это пробить? Ребят, смотрите, тут какая-то сигналка. Так, интересно. Все чудесати, чудесати. Так, подождите, давайте осмотримся. Стой, блин, не слезай. Офигеть, конечно, Джонни расточительный. То пакеты теряет, то, блин, Джеком Дэниелсом дерется. Представляете, сколько это бухло стоит? Кто-нибудь пробовал Джек Дэниелса, ребята? Я никогда. Ну так вот, расточительный. А, тут можно войти в этот домик будет. Ладно, все. Идем по сюжетке. Спускайся давай, блин. Коленочки не поцарапай, то некому тебе будет тут дуть. Мамки тут нет. Никто подорожник не при... не приложит. Так, хорошо, мы этот домик запомнили. Так, ребенок крысы Ларисы, успокойся. А то я тоже не успокоюсь. Ты так мельтешишь, я тоже вот бояться начинаю. Так, тут ничего нет в этом ангаре. Тут только этот чел сидел, типа. А где он тут вообще сидел? Как я его сагрила? А хрен знает, ребят. Хочу по-аккуратному проходить, а получается как-то, ну, не так аккуратно, как хотелось бы. Так, Джонни, не задыхайся. Бег — это жизнь. О, тут тоже есть ножик, смотрите-ка. О, еще что-то нашли. Провод. Ага, провод, провод, провод. Провод — это хорошо, провод — это замечательно, провод — это нам поможет. Кстати, это... а если бы этот жирный крикун поорал бы, он своих пацанов бы всех призвал, как нам и сказали, они бы меня вообще бы отмудохали. Ну, всех со стройки созвал бы, чтобы они меня пили и издевались надо мной. Так, аккуратно, кто-нибудь тут есть? Так, увеличим свое зрение. Непонятно. Непонятно, непонятно. Так, а тут что? А тут нет, тут насыпь такая. Угу. Так, подожди, а там я на крыше была этого фургончика, что ли? Или мне кажется? Ну-ка. Да, это она. Это тут я бейсбола брала, да? Видите кого-нибудь, пацаны? Там кто-то опять висит. Да что же они всех привешивают-то? Что же такое-то? Так, я сначала... В трейлере есть пневмомолоток. Если ты сможешь вынести вонь оттуда. А, блин, там кто-то срет! Там кто-то срет. Там кто-то срет. Так, а я не могу зайти в трейлер, смотрите-ка. А я не могу зайти. Эй, мужик, открывай, пожалуйста. Мужик. Мужик, ты что не хочешь? А нет, это другая какая-то кабинка. Что-то непонятно ничего. Так, ребята, ну а... А что делать? Надо как-то его выманить, короче, я поняла. Если мы его выманим, значит, у нас будет успех. Если не выманим, значит, не успех. Так, это что такое? Какая-то канистра? О, блин, какая-то тут вообще... Какая-то жуткая арена нас ждет, ребят. Я, конечно, не боюсь, но что-то побаиваюсь немножко. Это патроны. Так, короче, ладно. Нам, видимо, к этому надо вернуться и как-то, короче, его... сагрить на себя. Но как? Каким образом мы это сделаем? Хороший, конечно, вопрос. А, возможно, я знаю. Просто постучим, он, короче, выбьет дверь. Так, обезболы. Тут есть обезболы, запоминай. Запоминай, если я забуду, ты скажешь мне. Короче, мы ему постучим, скажем, тук-тук, нам тоже покакать нужно. Он такой скажет, охерел что ли? Это мне надо покакать. И все, ребята, и так вот и будет. Так, кирпич. Так, подожди-ка, а что будет, если я ему бутылку кину? Ну-ка. Ай, блин, все, вышел, ребята. Это оказалось проще, чем я думал. Ай, толстячочек. Толстячочек, сейчас получишь битой себе по головке. Ай, злится, блин, как я его из туалета выкинула. Скажет, я не досрал, блин. Не потерся нормально. Нормально не потерся. Сразу же брюки натянул. Все в какашках теперь у меня, все плохо. Эх ты, козел. Джонни, хотя он не знает, как меня зовут.
На, блин, толстячочек. Нечего портить воздух. Вот и все, минус ты. Подождите, а как мне в ту будку куда было пробраться? Да никак, наверное. Потому что странно, мы нашли там только бейсболы, и я не смогла. Может быть, я что-то не увидела, может, я в глаза долбилась, ребят. Если я долбилась в глаза, это плохо. Да, он тут все как раз таки выбил. Так, он говорит, вынести вонь отсюда. Так, опа, новая оружейка. Ну-ка. Так, все. Чтобы выстрелить из оружия, нажмите действие. Чтобы перейти в режим прицеливания из оружия, нажмите... Ага. Хорошо. Во время передвижения вдоль стены или при использовании других укрытий вы сможете прицеливаться в охотников из-за угла, удерживая кнопку действия. Нажмите кнопку перезарядить, чтобы перезарядить оружие. Логично. Фу, блин, вонище. Кстати, тут кто-то уже к нам пришел, ребят. Кто-то... Тихо. На! О! Ой, все, закончилось. Закончилось, закончилось, закончилось. Блин, я просто хотел попробовать. Ты что, дурак, что ли? Ты что от меня бегать-то начал? Совсем, что ли? Капец какой-то. Я думала, это я душевно больной. Так, по этой канистре она не взрывается. Если бы она сейчас взорвалась, я бы орала, ребят. И плакала. Так, а бейсболы тут есть? Хорошо. А как же мне в ту будку надо было попасть, ребят? Вот ту самую. Как-то же можно было в нее попасть? А я не попала. Может быть, там надо было как-то где-то спрыгнуть? Ну, вроде бы нет. А, наверное, в глаза продолбилась нечаянно. Так, ладно, дойдем сохранение. Если что, туда сбегу, вернусь в конце серии. Или, знаете, поставлю потом... Когда серию закончу, побегу там еще раз. Там же сохранение как раз у нас было. Просто для интереса. Так, аккуратно, ребят, идем дальше. Если что, помним, там есть где-то бейсболы. Зря я, наверное, потратил на них свой пистолет. Ну, просто мне было интересно. Ребят, ну интересно, ну что делать-то? Ну, любопытство взяло вверх. Я понимаю, что не надо расточительствовать. Вы мне это не раз говорили во всех играх, типа, Тамара. Ну, будешь страдать херней, будет все плохо. Ты же не думал, что это будет легко, не так ли? Тут стоит электронный замок. Электрический замок. Найди выключатель. Так, Вити, а я там же что-то, помните, мы смотрели, что-то красное мигало в той будке, в которой мы не прошли. Там же какой-то красный... О, блин. А-та-та-та-та. Кто-то же что-то припёздывает мне на ухо, не надо мне припёздывать. А там же в той будке был как раз-таки этот выключатель. Ой, тихо-тихо-тихо. Тихо. Аккуратно, аккуратно, меня кто-то увидел. А, этот красный пакет, мистер. Тихо, аккуратно. А, вы еще мне сказали советы по этому гравию, короче, что он может это вот нашуметь очень сильно. Там гравий или что-то такое, надо слушать этих охотников. А-та-та-та. Тихо-тихо-тихо. Никого тут нет. Останьте. Так, подождите-ка, у меня есть бутылка. У меня есть кирпич. Надо кого-то сагрить подальше. Я не знаю, куда, правда. Блин, они прям... А, смотрите, они братаны. Он говорит, эй, брат. Эй, брат. Эй, брат, эй, брат, эй, брат, эй, брат. Ёб твою мать! Нечаянно, нечаянно, нечаянно! Эти ребята хотят тебя отмудохать по полной. Беги, Кэш, беги, беги. Ран, Кэш, ран. О, краска бейсболом встала. Я молодец. Так, короче, нам надо разделить. Разделяйте и в лав... А, не услышали. Глухие придурки. Разделяй в ластвуй. Ну, короче, нам надо разделить их и... Тихо, аккуратно. Один идет. Да, блин. Тихо. Ай, блин, ай! Ай, ёб твою! Уйдите, уйдите от меня, уйдите! Уйдите, уйдите! Я не хотела такого! Тихо, тихо, пацаны, пацаны, до свидания, пацаны. Я не хотела, Я кнопочку нажала не ту, ребята. За нечаянно не бьют отчаянно. До свидания. Так, тут никого, надеюсь, больше нет. Только два брата-акробата. Тихо, аккуратно. Так, ребят, пусть они там ходят. А, тут еще одни. Тихо, тихо. Тут назвал меня обезьяной. Это плохо. А вот тот дом как раз-таки, ребята. Вот он. Так, эти все бегают, кипишуют. Да, ничего, ничего, ничего.
Они там все кипишуют, бегают. Так, ну они просто меня прекрасно слышат. Почему? Тихо, аккуратно. Тихо-тихо-тихо. Эти до сих пор, смотрите, как в жопу ужаленные. Тихо, аккуратно. Если я смогу... Да-да-да-да-да, это какая-то херота творится, чувак, я тебе говорю. Это было близко. Это было очень близко. Это было очень пипец близко. Так, аккуратно. Аккуратно. На, блин! Что-то про семью свою говорит, блин. Замолчи. Да, блин, опять меня заметили. Да что такое-то? Ай, блин, я бегу, 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 бегу. Ран, 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 ран. Тихо, тихо, тихо. Я не покажусь тебе, отстань от меня. Мне надо до будки дойти. Я только сейчас поняла, что мне надо делать. Чувак, ну пожалуйста. Ну отстань от меня. Ну я прошу тебя. Ну по-человечески. Понимаешь? Понимай человеческую речь. Тихо ты. Он прям ко мне идет. Ребята! Ребята, жопа! А, у меня же пистолет этот есть! Ой, блин. Тихо, аккуратно. Тихо, 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 тихо. Что-то я не поняла, как он появился-то. Так, аккуратно, стрелочка пошла очень рядом. Он сейчас где-то здесь пройдет, нет? Блин, он прям смотрит на меня, смотрите-ка, он прям смотрит. Он чувствует меня, он чувствует, как я засала свои штаны. Ну! Так, ребята, аккуратно. Так, короче, двоих мы точно замочили, и ваша тактика работает, как вы мне говорили. Тамара, если они тебя запалили, не вступай, короче, с ними в это противостояние. Иди спокойно, все, не иди спокойно, беги спокойно, со спокойным видом беги, беги. Вот, и не сцы, в трусцы, но я уже насцала, короче, по полной. Так, ребята, аккуратно теперь. Тамара пытается в стелс. Блин, опять люди висят, опять кого-то подвесили. Ну что такое? Почему мы не можем жить дружно? Почему мы просто не можем собраться и дать по щам этому режиссеру? Блин, птицы полетели. Низко полетели, к дождю, видимо. Так, или к пиздюлям. А, тихо, там желтая точка. Желтая точка. Признаки. Драки. Сейчас мне надают, сейчас мне надают. Желтая точка. Прямо на радаре. Надают мне. Просто по самое то. Так, где он там ходит? У меня, если что, и пистолет там есть этот. Но я тратить не буду. Я же не дура. Так, а ты куда идешь? Тут двое их! Тут их двое, пацаны! Тут их двое. А где? А куда пошел третий? А где он? Он отлить пошел, что ли? Он надолго или нет? Капец, мужики. Капец, мужики. Такая вся ситуация. Так, к этому я сзади не подойду, наверное, скорее всего. Ну а как бы его сагрить-то куда-нибудь? Так, тут он вообще ушел. О, у этого тоже пистолет, ребята. Угу. Куда бы мне... Главное знать, куда бы он побежит. Тихо, аккуратно. Да-да-да-да-да, иди туда, там кирпич упал, понимаешь, на этой свалке кирпич. Это так. Чё ты не уходишь-то? Уходи. Пацан, ну ты уходи, ну серьезно. Ну ты что? На! Все, он за... Все, он засуетился. Режиссер тоже недоволен нами. О, нет, ты чё? Это как это вышло? Не знаю. Ребят, я же перепутала кнопку, я заранее... Тихо, аккуратно, в тень. Срочно в тень. Срочно в тень, срочно в тень, срочно в тень. Так, у нас есть 15 патронов. 15 патронов. Так, этот хер идет ко мне. Да, но он меня не видит, это хорошо. Сейчас он увидит своего друга и скажет: «Ой, что произошло? Что случилось, а?»
Так, ребят, я вот боюсь, знаете почему? Я боюсь проходить в этот дом, потому что там могут быть еще придурки. И меня замочат. Или там никого нету. Вот в чем вопрос. Так, а у меня кирпич-то есть? Ребят, у меня кирпича нет волшебного. У меня нет волшебного кирпича. Капец, 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 капец. Ой, все, он сагрился. Он стал оранжевым. Типа, кто это его убил? Он говорит, я отомщу за твою смерть, Саня. Саня, хоть ты сотку мне не вернул, я отомщу за твою смерть. Не переживай, Саня. Так, он ищет, короче. То ли Саню, то ли убийцу Сани, то ли сотку. Непонятно пока по нему. Он говорит, тут негде тебе прятаться, короче. Моя семья тебя расфигачит. По самое не балуй, тебе яйца оторвет, понимаешь? Да. Моя кровь, твоя кровь. Ой, блин! Нет! Почему так рано-то? На! Подожди! Блин! Я в кнопку нажала по-дурацки, ребят, извините. По-дебильному нажала, согласна. Ну-ка. Вырубили, хорошо. Нам надо теперь вернуться аккуратно обратно, но там даже сохранений-то нигде нет. А можно мне, пожалуйста, дать хотя бы какие-то таблетки, ну? У меня жопная жизнь. Вы понимаете? Я не знаю, за что держаться. Я перепутала кнопку от страха, ребят. Вот видите, ребят, иногда вот страх тебе вот мешает, понимаете? Иногда вот вроде бы все хорошо, а иногда вот ты начинаешь творить херню. Вроде бы знаешь уже все, ребят. Вот у вас бывает такое, что даже не в играх, а просто вот когда что-то вот переживаете, волнуетесь, типа последний штрих. Нет! Нет, 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 нет. Последний, короче, штрих перед прекрасностью. И тут вообще происходит такая вот хер... Ёб твою мать, вы где, откуда тут взялись? Вы чё, блин? Фу! Фу, блин! Фу! Нахер! Фу, блин! Фу, фу, белый мусор. Это обидно, кстати. Это оскорбление. Питаемый, чё? Эти скины надоели мне до печёночных коликов. Всегда обвиняют остальных в своей неполноценности. Убей их, Кэш. Разрежь их на куски. Вытряси жизнь из жалких душонок. Сделай из них тушенки, Кэш. У-у-у, блин. Так, ребята. Давайте на сегодня на этом закончим. Во-первых, я, короче... Я не ожидала такой подставы. Я думала, мы вернемся, и все будет хорошо. Кстати, кассетки не было, но мы сохранились. А это значит, все у нас хорошо, все у нас классно, ребят. Ну, игра прям держит. Представляете, я уже, знаете, я поначалу такая думала, ой, тут не страшно, что тут бояться, так-то все легко и просто. Но, ребята, короче, игра держит. Я аж тут завизжала немножечко. Обратно мы, конечно, не пойдем. И нам закрыли, и хорошо, и хорошечно. У нас есть 11 патронов. И дубинка. Ну что, ребят, я поняла ваши советы, то, что надо дождаться красных стрелок и, допустим... Что значит допустим? Дождаться красных стрелок, и казнь будет более кровавой. Мы будем и такое пробовать, и сякое. Я вам объясню, почему иногда я быстрее это делаю, чтобы противник случайно не обернулся или не пошел ни в другую сторону. И видите, я уже под конец серии, потому что начала... Ну, в напряжении, понимаете, игра же держит. Я уже начала путать кнопки, но мне это обошлось, ребят. Это мне обошлось. И, кстати, ребят, тут надо быть очень любознательными, потому что, видите, красную сигнализацию мы сразу заметили, что она там что-то есть. Я такая думаю, опа, что-то красненькое. Ну что, ребят, встретимся в следующей серии. Наверное, серия получилась длинная, я не знаю, как я буду ее рендерить. Нет, рендерить-то я знаю как. Я боюсь выкладывать на канал, потому что на YouTube сейчас очень маленькая скорость. Даже с программкой, которая помогает выкладывать, и не получается выкладывать быстро. Ну что, ребята, давайте встретимся в следующий раз. Пишите ваши советы. Я пока все поняла. Я поняла, как сохраняться, как делать казни, как вести себя тихо. Еще, ребята, пишите, что вы бы еще подкорректировали, потому что я хочу потом быть охеренным стелсером, понимаете? Все классно делать. Тебе сюда, тупорылый болван. Как обидно, как неприятно. Ну что, ребят, встретимся в следующей серии, а пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего настроения и хорошего дня всем. Пока, ребят. Ой, уже кто-то нам идет. Пока. Все, ребят, в следующий раз встретимся с этими быдланами. Вот.